Всем привет, с вами Вета, и это уже пятая серия моего прохождения игры Ratatouille. Да, и сейчас мы находимся до сих пор на кухне. Ну что ж ты, чувак, такой, блин, это... В общем, вот, мы до сих пор находимся на кухне и до сих пор проходим эпизод «Хвостатый повар». И я пытаюсь как-то тут выжить, не знаю, как у меня это получается. Ну-ка, так, давайте, пока он ушел, давайте, тин-тин-тин-тин-тин, я вижу коробочку. Вот здесь вот мы еще не были. Короче, сейчас моя задача — это просто вот лазать по тем местам, где я еще не была. Ах ты ж гадина какая, а. Ну да ладно. Вот, собирать звездочки, собирать какие-то еще ништяки. И, в общем-то, я хочу еще сегодня пройти сны. Обязательно мы это сделаем. Я, скорее всего, буду делать нарезки, просто потому что я не хочу плутать одни и те же разы по разным местам, по одним и тем же местам. Вот. Так. О. Самое главное, чтобы он меня не заметил. О, смотрите-ка, видите? Вот здесь вот мы еще не были. Кстати, пятая мыльца. Я вас поздравляю, дорогие мои. Так, тут варится супчик. Так, и у нас уже 62 звездочки, звездуленькие мои. Ля-ля-ля. Так, вот нам сейчас надо как-то перебраться вот на ту сторону, запрыгнуть на крысопульту. И там, кстати, тоже мыльцы. Еще одно шестое. И я, кажется, уже поняла, как достать седьмое. Так, это тихонечко, тихонечко. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Охо-хошеньки, хо-хо. Вот нам нужно вот туда, где креветка. Точнее, это не креветка, это рак, наверное, какой-то. Короче, какое-то животное с клешнями. Вот там вот этот вот чувак, месье Живодер, меня мониторит. Господи, сколько же вас тут много-то. Вы посмотрите, вот видите, вот козлина вот эта вот сидит. Сидит козлина козлячья. Давайте подойдем к ней поближе. И сейчас, короче, по-быренькому так. Опа. Ура! Все, иди нафиг. Иди нафиг. Это рак. Это, черт возьми, вареный рак. Только что-то особо он меня никоим образом не трогает. Ах ты, зараза какая. Ох ты, не смей меня трогать, придурок. Все, вот так. Так, теперь вот этот дурацкий мужик меня достает. Да иди готовь, чувак, иди готовь, все. То, что тут дуршлаг бегает, это тебе показалось, у тебя глюки, глючки. Так, и, по-моему, вот эта вот крысопульта как раз-таки поможет нам добраться вот до этого мыла. Давайте сейчас, я не вижу, где он. А, вот он ушел. Тыщ. Так, супер, вот видите, все. А, мы подобрали шестое мыло. Вот, и сейчас, скорее всего, я буду пытаться пробраться к вот этой вот самой Колетт. Вот, надо нам, кстати, ложкой вооружиться по-хорошему, потому что есть еще одна коробочка, которую я до сих пор не открыла. Во-первых, вот надо от этих вот отстреливаться. Так, они звездочек нам больше не дают, это плохо. Оп-оп-оп, все хорошо. Так, а звезды мы собрали, да? Кыш отсюда, кыш. Кыш, слушайте. А, короче, надо, походу, ко всем ним подойти и из всех их выбить звездочки. Слушайте, офигеть. Я бы ни за что не догадалась. Я бы ни за что не додумалась, что, оказывается, в каждой, так сказать, локации все эти бесячие хрени дают нам звездочки. Давай еще. Так, все, это больше не дает. Там, по-моему, тоже больше не дает. Короче, сейчас надо потихонечку двигаться, вооружившись ложкой. И, наверное, сейчас я к вам вернусь, когда уже будет что-то понятно по моему дальнейшему пути. И, в общем, вот. Так, высоко сижу, далеко гляжу. Вижу мыло сверху, это раз. Вижу коробку для чили-бомбы, это два. Только саму чили-бомбу, к сожалению, не вижу. Ну да ладно. Я думаю, мы ее найдем. Рано или поздно. Но седьмое мыльце у нас есть. Да, ты лучший крыс, ты ж моя умничка.
Так, я, кажется, нашла, где еще можно выбить звездочки. Это уже 75-я, нифига себе. Так, давайте еще одну, Ты дышь. О, еще одна. Че, еще будет, не? Ну, давай. Ты дышь. Все, звездочек больше нет. А, отлично. Теперь, короче, ищем способ, как открыть вот эту коробку. Просто потому что доступных чили-бомб я поблизости не вижу. Короче, надо посмотреть. Так, ребятуши, кажись, я что-то нашла, я что-то вижу. Так, вот главное, что вот эта вот очаровательная дамочка нас не обнаружила. Слушайте, вот самое, конечно, запарное, это достать коробку и... пожалуй, проникнуть к сну тоже. Я пока что не очень хорошо понимаю, как... А, нет, понимаю, как это сделать. Там есть крысопульта. Хорошо. Давайте попробуем. Ты дышь. Так, ну все, 79 уже. Короче, теперь надо как-то аккуратненько. Да, вот ключевое слово аккуратненько, чтобы она нас не запалила. И там еще этот рак придурочный. Слушайте, как мимо нее... Слушай, родная, у тебя глюки, тебе показалось. Слушайте, вот она, пожалуй, самая сложная в этом плане будет. Как же мимо нее пройти-то? Я вообще не представляю, на самом деле. Ну, короче, сейчас будем пытаться. Там нужна баночка. Да ну нет. Ты бы хоть руки помыла, дорогая. После того, как крысу трогаешь. Короче, ладно, буду думать, ребят. Интересно, они дадут нам звездочки? Да, они дали нам звездочки. 80-я звездочка. Это хорошо, это просто супер. Ой-ой-ой-ой. Не, больше не дала. Ну ладно. Знаете, что я еще поняла? Я еще поняла то, что... Ха, нормально, взял такой, пошел мимо. Что мы еще не допрыгали до конца вот этой штуки. Вот. Так. Так, звездочка, звездуленька. Так, по-хорошему, конечно, хотелось бы. Нормальный крысеныш такой висит. Оп! Ой. Ну, еще бывает такое. Бывают в жизни огорчения. А... Висит крысеныш такой на ниточке. Чего, нормально все. Нормально все. Слушайте, вон там, да, там еще одно мыльце. Там еще одно мыльце и крысопульта. Так, нет, головка сыра нам не нужна. 82. О, видите, мы без головки сыра. Могем, так сказать. Так, надеюсь, у меня пишется видос, а то, если не пишется, это будет жопа. Так, значит, теперь смотрим с высоты, смотрим. Кстати, а сырочки-то восстанавливаются у нас или нет? Я не поняла немножко. Ну, ладно. Короче, вот там вот у нас задание, да? Давайте понюхаем вообще. Да, вот там вот у нас задание, это да. Много заданий я не хочу, я хочу ко сну. Я хочу ко сну, а сон у нас совсем в другой стороне. Точнее, не в другой, а вот здесь вот. Так, ну давайте заберемся вот сюда. Слушайте, а я знаю, как до него добраться, кажется. Если, конечно, у нас получится. Давайте попробуем. Опять она. Что же за фигня-то такая? Так, короче, выжидаем момента. В принципе, особо ждать не надо. Она уже свалила. Ой-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Короче, ждем, пока она свалит. Вот она, кажется, уже свалила. Так, и надо запрыгнуть на это полотешко. Давай, реми, черт возьми. Да, что ж такое-то, а? Не получается теперь запрыгнуть на полотенце. Ну как жить-то дальше? А, есть! Я вишу в воздухе, но тем не менее я это сделала. Так, сейчас ждем, пока она свалит. Она, получается, что у нас делает? Она тут тупо приходит помыть руки и что-то поготовить. Так, и там у нас сидит вот эта хрень с клешнями. Слушайте, ну вот, неплохо, в принципе. Сейчас ждем, пока она уйдет.
Вот, все, она ушла. Так. Так. Юху! 10-е мыльце, ура! Не вижу, сколько я там заработала. Но не суть важна. Суть в том, что я наконец-то подобрала 10, так сказать, упаковочек мыла. Все, теперь нас никто не видит. Мы спрятались. Да, теперь нас видит эта хрень с клешнями, к сожалению. Ну, в принципе-то... Плевать мы на него хотели, наверное. Такс. Давайте. Рэми, ты дурак? Так, хоп, перебежками, хоп-хоп-хоп. Чё ты на меня машешь, алё? На себя помаши, родная моя. Это было подло. Сказать, что это было подло, это значит не сказать ничего. Мда. Ребят, вам лучше не знать, сколько времени, нервов и прочего-прочего ушло на все это дело. Тем не менее, у нас уже 90 звездочек. И мы наконец-то идем смотреть сон. Аллилуйя просто. Да, отмыто до блеска. Я не гарантирую, что я пройду его на сотку, потому что это очень сложный сон. И после того, как мы его пройдем, мы, скорее всего, уже пойдем выполнять наше основное задание, просто потому что я уже задолбалась дико. Вот, если б мне кто-то сказал, что тут... Реми, по-моему, ты ошибся немножко, потому что еды тут нету ни хрена. Ну да ладно. Давайте попробуем. Тут, в общем-то, посуда... Мытье посуды, всякие моющие средства, тарелки в мыле. Но нет, еды тут нет. Тут сплошные мыльные тарелки. Так что Реми немножко ошибся. Да, это очень сложный сон. Видите, как нас штырит из стороны в сторону? Тут просто шаг влево, шаг вправо, все, кранты. Вот. В общем-то, с этим ужасным раком я очень сильно намучилась. Просто потому что... Вот эти вот... дуршлаги, под которыми ходишь, они, к сожалению, не респаунятся, остаются на том же месте. А там этот зараза краб машет своими клешнями, в общем-то, вот. А еще и плюс ко всему я не знала, что, оказывается, на всех собранных мылах, оказывается, игра не сохраняется. Я была уверена, что она сохраняется, и, в общем, вот. Пару раз я вышла, забыв, что игра не сохраняется. И, в общем, да. Такая вот печальная история. Да, знаете, я прям помню такой эпизод из детства, как у нас мы с ребятами сидим, вот играем в эту игру, один, короче, человек играет, проходит вот этот сон, и все так смотрят, так там смотрят прям в этом с восхищением. Ёшкин кот! Вот видите, да? Видите? Все просто губки зло. Еще чуть-чуть, и мы нафиг потеряем все ХП. Стой! Господи, боже ты мой. Мда. Я просто в полной заднице, ребят. Ужасный сон. Ужаснейший сон. Плюс ко всему, я еще не знаю, где тут тайник. И как мне собрать еще звездочки. Такой прям сон, зараза, а? Так что нам бы уж просто до конца пройти. Но хотя бы, по крайней мере, я вам это покажу. Так, надеюсь, эта тарелка не утонула. Видите, там типа акулка плавает. А что вот там вот, интересно? Надо посмотреть. Я все ищу этот отворот на этот тайник, но, походу, я его не найду. Да, знаете, я прям хотела записать сегодня две серии подряд. Теперь понимаю, что ни хрена-то я не запишу две серии. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, вот тут задница. Задница. Такая задница. Так, значит, там надо вот сюда. Я так понимаю, с этой акулой нам встречаться нельзя. Пусть даже это обломок тарелки. Ладно, хорошо. Хорошо. Опа! А вот и тайничок. Вот и тайничок. Так, давай. Давай. Понятное дело, если у меня что-то не будет получаться, я, конечно же, буду ставить на паузу и продолжать уже на паузе, да?
О боже, что это такое? А может, нам сюда и надо было, ребят? Вы об этом не думали? Ох, боже ж ты мой. Опять развилка чертова. Я прям не знаю, в какую мне сторону, если честно. Неужели там конец сна? Да, я чокнусь, честное слово. Да. Так, короче, теперь попробуем пойти вот в эту сторону. Посмотрим, что у нас здесь есть. И посмотрим вообще, что и как. Куда мы придем, если пойдем таким образом. Я так чувствую, что мы так и так придем. А, слушайте, вот они, эти чашечки, точняк. Слушайте, ребят, да. То есть мы шли как бы правильно, просто мы хотели вернуться обратно. Так, кажись, я все поняла. Хорошо. Так, это у нас какие-то кружечки с кофе. Ну, хотя такая одна уже была. Я, конечно же, опять умудрилась прокакать все свои жизни. Не спрашивайте, как я это делаю. Просто как-то я это делаю. Давайте еще попробуем. Так, значит, вот эти тарелки дурацкие. Ну, давай, погнали, погнали. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Крысиный дрифт. Уа-ха-ха-ха-ха-ха. О, ладно, хоть ровная тарелка, хоть не скользкая. Но вот эти вот моменты с губками, которые в воде, это просто меня убивает, если честно. Давай, крысёныш, давай. Лавируй, лавируй. Все, ура. Так, тут надо аккуратненько по краешку. Так, и сырик мы схватили. Так, надеюсь, эти кружки сейчас... Слушайте, да, вот как знала, что они будут проваливаться куда-то в бездну. Так, вот это сейчас тоже будет достаточно сложно. Так. В водичку главное не наступать. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, слушайте, 89. Фух, божечки-кошечки. Божечки-кошечки, у меня прям... Я прям вся это, вся нервничаю. У меня прям все уже потихонечку начинает... пригорать, знаете ли. Так. Так. Охренеть, ребята. Как я это сделала, я вообще себе не представляю. Просто охренеть, народ. Скажите, что сейчас игра сохранится. Вот просто скажите, что она сейчас сохранится. Если она сохранится, будет здорово. Так, ну давайте, 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 давайте. Да, сохранение, да, детка, да, просто. Вот просто дайте мне какое-то время сейчас отойти от всего этого. Ой, божечки, кошечки. Значит, куда нам сейчас надо идти? Нам надо идти по заданию. Задание у нас там, и, по-моему, на этой кухне сон у нас всего один. Вот, значит, здесь наш крысёныш нас уже... поджидает с веревочкой. Так, сейчас бежим, бежим, бежим. Короче, у нас 90 звездочек. Мы где-то не нашли еще 10. Конечно, по-хорошему, надо бы эти 10 нам, конечно же, найти. Но это уж как получится, знаете, народ. Так. Здесь мы вроде как уже были. Здесь мы вроде как уже были. Слушайте, чили-бомбочка, ребятки. Знаете, я что думаю? Я думаю, эту чили-бомбочку все-таки донести до коробки. Коробка, конечно же, в другой стороне. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Короче, давайте окольными путями. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Родной мой, давай. Давай, родной, давай. Давай-давай-давай-давай. Короче, я донесу эту чили-бомбу так или иначе, чего бы мне это ни стоило. Вот давайте за ним, за ним, за ним, за ним. За ним, за ним, за ним, за ним. За ним, за ним, за ним, за ним. Так, все, он... Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Я вообще абсолютно не помню, в какую сторону... Да, да что ж такое-то? Абсолютно не помню, в какую сторону мне идти.
Все, он сваливает. Он сваливает, он сваливает. Он сваливает, и мы уже дошли до нашего места. О да, детка. Сколько тут? 8. 98, мать моя женщина. Ради меня обратно. То есть мы где-то просто не собрали две звезды. И что-то мне подсказывает, что эти две звезды, они где-то спрятаны прям... Где-то очень поблизости, не знаю. Не удивлюсь, если они в этой колючей штуковине спрятаны. Давайте, тикаем с городу. Ай! Все, короче, все супер. Все супер. Так, а вот у тебя не может быть звездочек? Опа! Ребят, момент истины. А где еще одна-то? Откуда я их... Откуда я их сагрила? А, вот отсюда. Не! Слушайте, нифига. Прикиньте, да, то есть я где-то я посеяла одну звездочку. Короче, надо с этим разобраться. Прикиньте, да, 99 звезд, народ, 99. А, 99. Это просто уму непостижимо. Ладно, давайте. Давайте продолжать задание, ура, наконец-то. Там, дружочек, ключ от холодильника лежит вот там. Достань его и понеси мне. Ох, ну наверняка есть более легкий путь. Да, там же есть ниточка, точно. Там же есть ниточка, мы по ней уже поднимались. Хорошо, ну хорошо, мы поняли. Только осторожно. Кое-кто наверняка захочет украсть его. Не беспокойся, я справлюсь. Господи, какой у него странный голос, ребят. Не Ладно, думаю, хорошо, легко, давайте попробуем. Просто. Значит, нам надо искать ниточку, нитулечку. Блин, 99 звезд. Это мне не дает покоя, ребят, если честно. Это прям вообще не дает покоя мне ни на минуту. Не, ну знаете, несмотря на то, что уровень такой достаточно плотный, как видите, он у меня получился лучше, чем город огней. А, значит, мне сюда теперь. А, смотрите, тут вообще на изи просто. Давайте, оп. Это я бы сейчас поорала и свалилась. Так, ключик есть. Так, теперь на месте с ключиком надо обратно. Так, давай бери. А, и этих крабов мы всех уничтожили, потому что мы на них, мы их взорвали чили-бомбой. Ну супер, что? Супер, что могу сказать? Так, и ключик мы тащим к нашему дружбанчику. Вот видите, как все просто, когда уже все как бы пройдено, все найдено. Как они смешно топают лапками своими крысинами, да? Ну, сейчас еще нам предстоит самое потное, так сказать. Во, все, зеленый свет есть, да. И. А, теперь нам надо к Эмилю идти, да? Да, господи, сохранение. Боже. Ура! Я чокнусь этой игрой, честное слово. Так, куда нам? Нам туда. Короче, на всякий случай вооружаемся. Да сколько ж можно-то, а? Так, фирменное блюдо шеф-повара. Живо! Слушайте, да, серия выйдет очень длинной. Я на это, если честно, не рассчитывала. Ну, что поделать. Попробуем все по максимуму в нее вместить. Ну, ладно, хорошо, это мы уже все видели. Ой, боже, боже, дайте мне по роже. Надо все, все готовить и сразу. Хорошо, давайте. Так, значит, так. Так, так. Уже, блин, не помню, какие клавиши надо жать. Чипсы или что это? Ой. Так, 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 так и так. Угу. Ай! Да, мать моя женщина. Вот видите, я еще от волнения начинаю путать клавиши и... Это... Путаться. Короче, путаться начинаю. Ну ладно, нас наградили немножечко временем. Ладно, хорошо, давайте дальше. Блин, сейчас самая жопа будет с картошкой.
Самая шапка будет картошка. Ладно, давайте тортик делать. Так. Тык, тык. Самое главное просто не профукать ничего. Да, бедняга Лингвини, все-то его эксплуатируют. Блин. Просто... Блин. Слушайте, все, я сегодня буду дико ругаться просто, не знаю... Да, от этой игры меня, конечно, дико бомбит. Хотя, казалось бы, детская игруха, ребят. Все, ура, прекрасный торт, все супер, просто супер. Только время уже, блин, на исходе, черт возьми. Ладно, ладно. Чу чистить картошку или суп варить? Ну ладно, раз уж мы бежим к картошке, значит, давайте картошку. Так, женщина, дай мужику пройти. О боже. Да, я просто не представляю, что будет с моими пальцами после этой игры. Господи, это самое прям потное. Господи, кто вообще придумал эту чистку картошки? Все, короче, играю другой рукой. Да блин, это невозможно чисто физически, а! Ух! Я так чувствую, мы сейчас пока будем бежать до этого дурацкого супецкого, мы уже просто тупо профукаем все наше время. Давай, Лингвини, давай ускорение, давай. Дай нам пройти, мужик! Так. Так. Дайте грибы. Грибы, опять грибы. Так, давайте перчику побольше. Так, и еще одного перчику, только другого цвета. И огурчиков тоже. И еще одного чилийского перца. Господи, еще грибы. Так, и зеленый горошек, конечно же, куда же без него. И перец опять. Сколько можно перца класть? И зелененький перец тоже. О, господи, мои руки просто. Они просто убиты в хламину, ребята. Ой. Я чокнусь после этого. Ну ладно, все, сейчас будут уси-пуси. Мы это уже видели, в принципе. 23 900. Охренеть просто. Так, нет, назад. Все, теперь, короче, просто тикаем. Ладно, я не буду проверять этих хрени. Если что, короче, последнюю одну звезду будем искать на стриме. Знаете, всей компании, так сказать, будем искать звездульку. Все, брательник, давай, встречай нас. Встречай мелкого. Хотя не знаю. Молодец, Реми! Теперь нужно взять то, ради чего мы пришли. Еду! Кто из нас старше, кто из нас младше? Ой, я могла сказать другое время, но да ладно. Опять у нас задание на время. Так, помоги Гиту с веревкой. Но это мы уже делали. Давайте. То есть, по сути, те же однотипные задания. Немножко в другой последовательности, немножко в других условиях, в другой локации. Вот. А так, в принципе... Да, в принципе, это все уже понятно. Что-то как-то долго мы это делаем. Давайте последний разочек. Все, натянул. Молодчинка, умничка. Так, дальше у нас кто? Дальше у нас вот этот мелкий. А, сейчас тут, по-моему, будет такое веселое задание, которое немножко неправильно...
Которая немножко... А, это немножко не то. Так, стреляй по кусочкам еды, чтобы сбить их вниз. Так, как можно больше еды. Используй кнопки направления, чтобы прицелиться. Нажми на кнопку прыжок, чтобы выстрелить. Так, какая еда? Какая? Арбузик. Так, морковочка. А, ну видите, это легко на самом деле. Это вам не то, что в этом, в Гарри Поттере на PS1 выбивать всякие эти, всякие сладости и так далее. Я сразу просто вспомнилась. Так, рыбка, рыба, рыбеха, побольше рыбехи. Вот. Так, и капустушка, капустушка, капустушка. Интересно, если мы пойдем бы что-то не то, что будет? Ну ладно. Все. Еду собрали, отлично. Такие крысы, крысы идут такие, вообще без палева. Такой, что? Что здесь происходит? Это крысы. Так, ну это мы уже знаем, да. Так, ага. Господи, чувак, какой же ты тупой. Смотрите, смотрите, прям всей кухней ищут. Главное, найти не могут. Неужели вот не услышат там никаких шорохов, ничего? Это очень странно. Неужели движущейся еды не видно? Опять мясо несут. Слушайте, одно и то же несут. Прям, честное слово. То арбуз, то рыбу, то мясо. И время у нас, к счастью, осталось. Супер. Крыса на моей кухне. Врёшь, не уйдёшь. Ну, я думаю, вы понимаете, что сейчас будет, да? Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Давай, чувачок, давай, давай, что давай. Будешь делать? Снимать штаны и бегать. Только не в горячую конфорку, только не в горячую конфорку. Мы же отключили все конфорки. Что за неканон? Но я уже говорила, в таких заданиях важно вовремя нажимать ускорение, вовремя нажимать прыжок. Ай! И не врезаться ни в какую хрень. Видите, у нас прям банка, и банка уже ловит. Сейчас будет все бить нахрен, тут бить, крушить. Просто Халк, Халк. Только не Халк, а Живодер. Да, я знаю прекрасно, что меня в банку посадили, боже. Я чувствую, сейчас опять буду ставить паузу. Вот видите, нельзя нажимать на это тупое ускорение, потому что оно тупое. Оп-оп-оп-оп-оп. Боже, боже. Давайте еще сложнее траекторию сделаем. Конечно. Пусть маленький крысик мучается и носик свой бедный, несчастный. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, давай еще позабираемся на верхушке. Правильно, нам делать-то же с тобой нечего, крыс. Да, давайте еще комфорок добавим, правильно. Это ж прям все, что нам нужно, правда? Эти комфорки тупые, о боже мой. А, подземный слалом, чё? Короче, ладно, я попробую сейчас пройти этот слалом не на 100%, просто чтобы, просто потому что, ну блин, сами понимаете. Короче, мы не собрали сотку звездочек, к сожалению, на кухне, хотя были очень близки к этому. До сих пор они меня не подводили. Ну ладно, знаете, будем, конечно, стараться, но это будет тоже достаточно жесткий слалом, но слалом он весь жесткий, нет слалома, который не был бы жестким. Серьезно. Это прям моя слабость, вот серьезно. Да, правильно, в комментариях сравнили с узником Азкабана эти гонки. Ну хотя и то узники Азкабана, они были еще более-менее щадящие. Ой, чу-чу-чу-чу-чу-чу! Так, давайте тихонечко, тихонечко. Крыс, не разгоняйся, пожалуйста. Ну, короче, то, о чем вам говорила, народ. Ну, короче, сейчас, если я сейчас буду очень много проигрывать, я, понятное дело, буду ставить на паузу. Короче, походу, это придется вот так проходить. Крысик, мне тебя жалко, я понимаю, все понимаю. Мне тебя очень жалко. Ну, как бы, другого у нас выхода просто нету. Все. Все, 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 можем продолжать.
Я боюсь высоты. Причем тут высота? Скажи, пожалуйста, дорогой мой друг. Отлично. На самом деле, я думаю, если тут как бы не париться и не пытаться собрать все звездочки, то особо ничего страшного. Как бы вполне можно пройти это с первого раза, мне кажется. Просто я такая криворукая, рука жопая и так далее и тому подобное. Ура! Родной, не гони, пожалуйста, не гони, родной. Слушайте, однако я пока что тьфу-тьфу-тьфу неплохо справляюсь. Мне кажется, я это уже говорила еще при прохождении предыдущего слаломчика. Давайте. Юху! Два. Интересно, я еще отворот не пропустила, хоть надеюсь. Слушайте, вот тут наоборот все медленно, надо наоборот ускоряться, походу. Ой, боже! Вот как это пройти, вы мне скажите просто. Как это пройти? Как нам не замочить свою крысиную жопку в этой канализации? Тихо-тихо-тихо-тихо, родной, не гони, пожалуйста, родной. Ох-ох-ох, напряженные моменты, напряженные, очень напряженные. Я прям даже не знаю, как это комментировать в таких ситуациях. 77, слушайте, такое чувство, что уже конец близок. Опа! То есть вот оно что, да, понимаете, да, ребят? То есть нам надо было разогнаться и поехать поверху, ну ладно. В принципе, это уже наплевать, наверное. Как бы, если мы будем это пытаться перепроходить, то будем делать это... Что это? Нет, я так не согласна. Четырим как можем, народ. 87. А хотя, знаете, сколько у нас жизни осталось? А хрен поймет, сколько. Нет, не выйти из игры, пожалуйста, назад. Я не помню, на что надо жать, на М или на Н, или на Б, или на что. Подождите. Ладно, просто должна была высвечиваться эта информация, но это не суть. Восемьдесят восемь, то есть 12 звезд мы оставили там. Мы оставили где-то. Ну, короче, ладно, пофиг, ребят. Самое главное, что мы это прошли, так сказать. Все, мы прошли этот чертов слалом. Да. И еще один поинт здоровья получили. Это хорошо. Постатый повар завершен. 24500 у нас фишечек. И сейчас, я думаю, имеет смысл побегать по канализации. Побегать по канализации. Чрево Парижа. Теперь в колонии есть настоящая машина для мыльных пузырей. Это то самое, что нам дали за мыло, так сказать. Ну, все, все логично, все очевидно. Так, лампочка. Ох, вы посмотрите, видите это, да? Прям лифт, лифт, целый лифт. И заодно нам тут можно побегать по... Собирать звездочки, да? Да. Супер, 41 звезда. Такс. Тихо. Я думала, за это можно зацепиться к эпизоду «Город огней». Но «Город огней» нам нафиг не сдался, наверное, пока что сейчас. Нет, я не хочу в «Город огней». А, значит, там нас уже ждет опять наш отец, наш папка крысиный. Затем, чтобы нас проводить следующий эпизод. Это, по-моему, с рынком связано, да? Давайте посмотрим. Да, парижский рынок. Короче, все, к папке мы не подходим, это понятно. Но видите, у нас, в принципе, такая неплохая себе, получается, крысиная колония. Блин, а как же достать-то эту лампочку? Я думала, это по нитке можно забраться. Ну ладно, хорошо. Нет, так нет. Так, давайте попробуем. Сейчас, давайте для начала сохранимся. И попробуем на красопульту нашу запрыгнуть. Все. Ура, сохранились, это хорошо. Теперь. По-моему, мы на нее уже прыгали. Могу ошибаться, конечно. Давай. Да. Да.
Не знаю, зачем я это сделала, если честно. Блин, лампочка, она меня очень сильно напрягает, конечно. Ну ладно. Ладно, ребят, наверное, надо уже заканчивать серию. А то и так она уже получилась слишком длинной, слишком заразопотной. Ну что ж поделать, как бы я пыталась как могла, если честно. Вот, если все-таки она вам понравилась, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вот смотрите, что я тут достала, какая молодец. Вот, оставляйте комментарии обязательно под видео, пишите, что думаете, что да как. 5 звезда, сколько ж можно этих звезд. А тут, походу, сохранялки нет, ну ладно. В общем, пишите обязательно, комментируйте, лайкайте и так далее и тому подобное. Спасибо еще раз огромное за просмотр, до встречи в следующей серии и всем пока-пока.